В Ударском районе найдены останки одного из двух пропавших 4 года назад мальчиков в районе поселка Чим. Напомним, в июне 2009 года Андрей Василенко и Андрей Мелищук бесследно исчезли в тайге. В тот день воспитатель детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием вывела 15 детей к местному озеру. Собирая школьников после игры в «Казаки-разбойники», женщина обнаружила, что двоих нет. Тогда на поиски выдвинулось феноменальное количество поисковиков. Несколько тысяч человек – это добровольцы и силы МЧС. Однако тогда операция не увенчалась успехом. И вот сегодня информацию о найденных останках подтвердили в Следственном комитете. Оказалось, еще в июне его нашел рыбак на берегу обмелевшей реки. Мы считаем, что это вынесло течение. Потому что удалось обнаружить, благодаря тому, что было жаркое лето и река сильно обмелела. Ну, даже вот по фотографии видно, что в том месте, где находится череп, там как раз был в свое время водоем, потому что частицы воды остались еще. Поэтому одной из версий является то, что часть черепа была занесена в течение. Экспертиза показала, что найденная лицевая кость действительно фрагмент скелета Андрея Василенко. В настоящее время на месте находки работает оперативно-следственная группа и водолазы. В Следственном комитете сообщили, останки мальчика были найдены на берегу реки Вашка в 120 километрах вниз по течению от Чима.